Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Подходит к концу еще одна неделя Великого Поста. Завтра воскресенье. Все ближе и ближе к нам светлый праздник Пасхи. Вы, конечно, знаете, друзья, что каждое из шести воскресений Поста посвящено какому-то событию или святому. Завтрашнее воскресенье называется «Неделя преподобной Марии Египетской». Что же это за святая? И почему именно ей Святая Церковь посвятила одно из воскресений Великого Поста? А вот послушайте, сейчас я вам о ней расскажу. Родилась преподобная Мария в середине V века в Египте. До 12 лет жила она со своими родителями, а потом ей стало очень скучно в отчим доме под родительским надзором. И она ушла в Александрию. В то время, ребята, это был один из самых великих и самых богатых городов Римской империи. А юной, красивой Марии так хотелось жить шумно, весело, развлекаться, общаться со множеством народа. И начала она вести жизнь распутную и беззаботную. С головой ушла в веселье и удовольствие. 17 лет Мария жила в грехах. И жизнь такая ей очень нравилась. Совсем забыла она о Боге. Но Господь о ней не забыл. Он обратил Марию к искреннему, великому покаянию. А случилось это вот как. Однажды увидела Мария на берегу моря толпу людей, которые собирались плыть в Иерусалим на праздник воздвижения Святого Креста Господня. Села и Мария на корабль. Она думала, что в Иерусалиме на празднике сможет повеселиться на славу. И вот Мария ступила на святую землю. Множество людей спешило в храм гроба Господня. Пришла туда и Мария. С большим трудом пробралась она к дверям, но едва ступила на порог, как какая-то неведомая сила оттолкнула ее. «Ну ничего, — подумала она, — я слабая женщина, а тут вон сколько народу, и не протиснешься». Мария пыталась расталкивать людей локтями, но сколько ни трудилась, все равно войти не смогла. Силы ее иссякли, и вдруг она поняла — это грехи мешают ей увидеть животворящее древо. Затрепетала Мария, почувствовала всю грязь, всю мерзость своей беззаконной жизни. У входа в храм висела икона Божьей Матери. Заплакала перед ней Мария и взмолилась к Богородице. «Знаю, что недостойна я смотреть на твою икону, но ты помоги мне, Пречистая. Позволь мне войти в церковь. Позволь увидеть древо, на котором плотью был распят Господь. Тогда отрекусь я от мира и уйду, куда ты укажешь». После этого вошла она в храм беспрепятственно, а вышла уже совсем другим человеком. Мария удалилась за реку Иордан в суровую и безлюдную пустыню. Почти полстолетия провела она там в полном уединении, в посте и молитве. Питалась корнями, не имела ни одежды, ни жилья. 17 лет. Ровно столько, сколько длилась ее беспутная жизнь в Александрии, Мария очень тяжело страдала. Ее мучили не только голод и жажда, но и помыслы, страсти. Ей хотелось вкусной пищи, вина, прежних удовольствий и развлечений. Все терпела Мария. Со слезами молилась она Господу и Его Пречистой Матери и не переступила Иордан, не пошла назад. Многолетними слезами омыла она свои прежние грехи и достигла святости. За глубокое покаяние удостоил ее Господь многих даров. Во время молитвы Мария поднималась над землей, ходила по воде, как по суше, знала наизусть Священное Писание, хотя никогда его не читала, она и читать-то не умела. Ей были послушны дикие звери, лев ластился к ее ногам, как котенок. Вот так великая грешница с Божьей помощью стала величайшей святой. Напоминая нам о жизни этой подвижницы,
Святая Церковь говорит каждому из нас, какое бы множество грехов ни было у человека, он всегда имеет возможность покаяться и обрести чистоту. Конечно, ребята, Господь не требует от нас таких же подвигов, как у преподобной Марии. Самое главное – постараться увидеть свои грехи и искренне покаяться в них. Всего вам доброго, дорогие мои! До новых встреч! И храни вас Господь молитвами преподобной Марии Египетской.